Всем привет! С вами Фенева Татьяна, и сегодня я расскажу вам, как безопасно удалить перманентный макияж на любой зоне лица или тела, как провести процедуру быстро и безопасно. Впереди много интересной информации, не переключайтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поехали! Сегодня вы увидите, как я удаляю собственную работу, которую я провела 2 года назад. И у нас ничего не случилось, у нас все хорошо, прекрасный остаток, но у девушки новый будет образ, скоро новый оттенок волос, и она правильно мыслит, она правильно понимает, что надо и брови сделать под новый, более светлый образ, под новый цвет волос, нежнее. И, конечно, другого способа, чтобы их изменить, кроме лазерного осветления, нету. Поэтому, если вы хотите как-то меняться, что-то создавать новое, приобретать новые черты, помните, брови играют очень важную роль во внешности. И если у вас они темные, плотные, широкие или какие-то уже неактуальные, вам необходимо посетить меня и провести лазерное осветление бровей. Мы провели удаление перманента бровей насадкой для черного. Как вы видите, произошла легкая инверсия цвета. Далее, для того, чтобы убрать следующий тон, который там проявился, мы будем использовать насадку для красных оттенков. Закончили удаление, провели его, используя 2 насадки. Вот у нас хороший распад цвета, разгрузилась плотность. Еще в течение 1-2 месяцев это все будет светлеть, и, соответственно, в следующий раз мы уже сможем поработать новым оттенком. Сейчас будет коктейль, пиноколада. Ладно, мы закончили удаление, у нас классно все разрушилось, цвет посветлел, плотность ушла, брови стали намного нежнее, в конце мы их охладим пантенолом и через месяц, скорее всего, сделаем уже новые в другом оттенке. Приходите на удаление. После удаления кожа не нарушена и никаких ограничений в социальной жизни, в спорте, применения косметики нету. Только в первый день после процедуры нельзя наносить именно декоративную косметику и постараться первые 6 часов после удаления кожу не беспокоить. Там идет процесс распада именно прежнего оттенка, а далее уже ограничений никаких нет. И да, после процедуры бывает и легкий отек, и бывает легкое покраснение, что является нормой первые сутки.